Финал 11-й премии в области событийного туризма проходит на Нижегородской ярмарке. В этом году на премию заявлено более 600 проектов из 62 российских регионов. В прошлом году Нижегородская область стала победителем и лауреатом в 9 номинациях. Потому финал этого года проходит у нас. Один из трендов, который продолжает вот третий год наращиваться, и я рад, что проект становится все больше, это проекты, фестивали, праздники в сфере этнокультурного туризма. Потому что ты житель центральной части России, ты прилетаешь в Тужудмурти на их фестиваль, и ты понимаешь, что ты попадаешь как бы в другое измерение, в другое государство. Это другой язык, это другие обычаи. Казалось бы, мы живем в одной великой стране, но мы настолько разные. Конечно, есть регионы-лидеры, которые на протяжении вот последних лет четко выдерживают взятую на себя ранее задачу по движению в развитии событийного туризма. Это как Нижний Новгород. Более 600 человек приехало из 55 регионов сейчас на финал Russian Talent Awards. А это что дает? Это дает денежку в местную экономику.